Потеплело, и находиться на льду теперь не везде безопасно. Особенно это касается тех югорчан, кто передвигается по поверхности водоемов на снегоходах. Спасатели Нижневартовска только в этом году уже 6 раз вызволяли из реки водителя этого транспортного средства. Сейчас поверхность Оби в окрестностях города – это слоеный пирог. Снег, под которым водная прослойка, потом уже сам лед. Из-за этого снегоходы в лучшем случае вязнут. Чтобы предупредить возникновение опасных ситуаций, сотрудники аварийно-спасательной службы Нижневартовска мониторят состояние ледового покрытия. Сейчас его толщина в районе городской набережной, одного, кстати, из любимых мест рыболовов, около 50 сантиметров. На улице уже не холодает, а только теплеет, поэтому спасатели просят югорчан прежде всего думать о личной безопасности. Если мы говорим, как в летнее время купание запрещено, так и в зимнее время, что все-таки выход и выезд на лед у нас небезопасен и запрещен, то это нужно как бы и все время на это ориентироваться. То есть правила, они есть правила. Да? То есть отступать от них, от того, что я опытный рыбак или там охотник, или там кто-то еще, и я это все время знаю, и 300 лет здесь сижу, и никогда это не случится, это никак не говорит о том, что так и есть. То есть всегда может пройти ситуация, когда этот же рыбак сделает забур лунки своей, да, в какой-то время, да, пойдет трещина, и он не обломит.